Мы продолжаем выпуск. В Караганде состоялся экологический субботник. Воскресный день карагандинцы дружно взялись за грабли, веники и лопаты и вышли облагораживать улицы шахтерской столицы. На этот раз от мусора избавляли район Центрального парка и прилегающую территорию каскада фонтанов. Экологической проблемой является загрязнение улиц, рек, водоемов и парковых скверов. Одним из путей решения данной проблемы является формирование экологической культуры населения. Мы, в свою очередь, в рамках выполнения этого поручения совместно с акиматом области инициировали у себя в городе, у себя в области такой субботник. Культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа является источником жизни и красоты. Богатство чувств и переживаний должно быть у каждого карагандинца за сохранность окружающей среды и здоровья человека. Мы живем в Караганде. Караганда – красивый и богатый город своей историей. Но состояние нашего города оставляет желать лучшего. Несмотря на погодные условия, при поддержке Департамента экологии и акимата Карагандинской области был устроен субботник. Как говорится, берем пример и учимся. Бек Абдинов, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.